Спустя 3 с лишним месяца после заключения контракта с подрядной организацией на месте строительства наконец вырисовывается более чем наполовину готовый объект. Одно из главных изменений состоит в том, что здесь появился полноценный автомобильный проезд, ведущий к прогимназии «Созвездие» и в жилой комплекс «Парковый». На сегодняшний день у нас уложено асфальтобетонное покрытие 1500 квадратных метров, установлен бортовой камень 300 метров, переустройство проведено сетей тепловодоснабжения, также электрических сетей. Автомобильный проезд рассчитан на двухстороннее движение. Он 7 метров в ширину и 170 метров в длину. Дело приближалось к строительству долгожданного тротуара, который обеспечит пешеходам более безопасный путь к школе-детсаду. От проезжей части 2 метра зеленая зона. Дальше тротуар пешеходный. Ширина будет его 2 метра 25 сантиметров, длина 140 метров. Заполнение будет тротуарная плитка. Прокладка тротуара завершится до конца октября. Такой срок обозначил представитель подрядной организации «Стройальянс» в диалоге с главой Пытьяха, прибывшим проконтролировать исполнение проекта. Обсудив рабочие моменты, Александр Морозов прокомментировал причины затянувшегося строительства, которое должно было завершиться в конце лета. По информации главы города, поиски подрядчика велись с мая, но 5 проведенных аукционов не состоялись, и только в июле определился исполнитель проекта. Чуть больше месяца оставалось, в 20-х числах июля был заключен договор, поэтому мы понимали, на что мы идем, но здесь понимание должно быть, мы должны добиться определенного результата, для нас это важно, что мы взяли в этом году этот объект и закончили, потому что 2 года жители непосредственно обращались непосредственно ко мне и к губернатору по решению этого вопроса. В итоге с опозданием, но реализация проекта продвигается. По оценке на 24 октября на объекте выполнено около 70% необходимых работ. На данный момент по тепловому режиму подрядчик может проводить строительно-монтажные работы общего курса, то есть это как укладка асфальтобетонного покрытия, так и устройство тротуарной дорожки. До минус 6 градусов можно спокойно укладывать. На сегодняшний день ежедневно контролируются строительно-монтажные работы куратором МКУ УКС. Контролируется как ход работы, так и качество выполнения работы. Подрядчик работает и в выходные, и в будние дни. Далее по плану устройство тротуара, озеленение и установка 6 опор освещения. По информации Управления капитального строительства, общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 22 миллиона 400 тысяч рублей. Лилия Матиенко, Данил Илибаев, телекомпания «Пытьяхинформ».